Граненый стакан. Ха-ха, наше советское изобретение. Что пил советский человек? Любимый напиток — домашний квас. Мама делала его ядреным. Чайный гриб, я его боялся. Не, мне он нравился на самом деле. Какая вода текла из водопровода? Если бы советскому человеку предложили купить вот такую бутылку воды в магазине, он бы выпучил глаза. И почему никто не боялся заразиться? За один стакан на тысячу человек, конечно, святое. Не знаю, простите вы меня, ребята, или не простите, если мы с вами не заглянем в ликеро-водочный отдел. Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР? Знак качества с Гариком Сукачевым. В субботу в 13:35.